Всем привет! Приехали в магазин Ашан затариться к новогодним праздникам и посмотреть, что почем тут есть. Так, людей так многоватенько. Где тут вход? Я же потерялась. А, дальше. Идем в Ашан. Охранники стоят. Охраняют. Можно помыть руки. Ноги. Бери телегу. А ну красные шапки. Можно только красную шапку купить, а не розовая, что у него. Давай красную. Врага покупать не буду. Да нет. Мне, я надеюсь, тоже. Вот. Смотри, какая вообще прикольная, глянь, видно, розная. Или обычную простую. Обычную простую. Сколько она стоит? 12 гривен. А вот эти? Больше. Ну да, берет эту, да. Обычную. Я пока ее одену. Да ничего, я родила. Значит, этого клоуна. Пойдем, пойдем. Так, пошли посмотрим, что порядка. Сними ее, так. О, отлично, видео. Да? Нет. Ну, давай я буду. Так, он оставил картошку. Продукты потом. Вкусняшек можно где-то купить. Вкусняшек? Такие цены можно вкусняшек. Ну. Это из 10 тысяч шоколадок. Да. 40 гривен на шоколад. Ну что? Это дорого. Это яркий какой-то. Нормальный. Такие игрушки, игрушки, гирлянды. Вот и набор туриста. 300 гривен набор. Ну ходит, мартини, все. И швепс. Червоный апельсин. Нет, не хочу. Идем, Сасик. Салфетки. Новогодние салфетки 9,90 и 11,90. Свечки разные на любой вкус, и цвет, и карман. Может быть, плохо слышно, потому что иду в маске. Пойдем туда. Ой, такая классная, глянь, попробуй. Новогодние игрушки. Классная такая. Ну, это наш список. Список наших желаний, что мы хотим купить. Вот так разбила на покупках. Смотрим, Ашан, Запорожье, напоминаю. Мягкие игрушки. Классно, вообще класс. 21 год, год быка. Какие красивые игрушки. Класс. Глаза разбегаются. Бычки, коробки. Пошли. Игрушек много, игрушек валом, на любой вкус, на любой карман. Не знаю, что мы хотим. Не знаю, что для маме Оли купить надо. Аиста. Ой, фламинго. Фламинго. Это лампа. Все, конец связи. Мы выбираем фламинго. Как вам нравится? Такая розовая фламинго.
гламурная, да? Ага, прикольная такая. А как она работает? Судя по тому, какая она... Хиленькая. Хиленькая, да. Она работать не будет. Она работать будет недолго, но ярко. Недолго, но ярко. Ладно, поехали. Поехали дальше. Да, можно. Что нам надо? Да, совок надо. Совок надо. Так и да, сегодня приделаю ворот. Мы поломали совок. Так и да, где совок? Боже, все глаза разбегаются. Ну что, не войдет. Сейчас мы возьмем продукты. Нам это продукты. 25 гривен это недорого. Это недорого для продукта. Но он слабый, вот. Он получается слабый. Он слабый. Чемоданы, может кто-то будет уезжать. Вот такие дела. Что у нас? Мини-вентиляторы. Сумки, чехлы для кошельки. Это какие-то бирки, для самолета. Подушки. Так, идем искать мужа. А муж тут всегда в своем любимом отделе. Товары для мальчиков. Пока мы ездим в пустой, еще ничего не набрали. Будем набирать. Давай. Пошли. Что он еще? Лампы, люстры. Что вы хотите увидеть? Господа. Что вы хотите увидеть? Пошли мы туда отдел пошли. Мы пошли отдел продуктов. А пришли не только надо. Всем пока. А я продолжаю. Дорожные сумки, которые никогда не хотелось нам покупать. А, правильные менеджеры, правильная раскладка товара. Заставить их купить. Просто заставить. Вот мышцы. Я его не хочу. Ребенок, покажи ему сейчас это видео. Это меч Майнкрафта. Давай купим. Давай, какой? Какой? Какой вам нравится меч? Конечно, красный. Пламенный красный цвет. Ну, у нас в семье машина синего цвета, и принято покупать все синего цвета. Поэтому... Пошли. Берем меч. Меч Владимир. Вот. Какие-то карты. Да. Давай просто быстрее иди. Можно быстрее, да, можно. Салфетки, трудная бумага, кстати, нам надо. Трудная бумага есть, чем ее здесь? А мы, наверное, в метро поедем. Да, трудную бумагу мы возьмем в метро. А идем мой челлендж, Стас. Вот, у меня. Это, напоминаю, мы в магазине Ашан, город Запорожье. Хотя бы выйти отсюда. Так, а что нам не хватает из мальчика? Доместоса. Доместос, да. Мы в эпицентре сегодня взяли доместос, пока это интенсивная посылка. Глянь, дорого. 55 гривен, дорого. Как дорого? 54 гривны доместос. А в эпицентре 49. Вернемся в эпицентр. Вернемся в эпицентр. Шарики. Шарики мы возьмем. Туалетные шарики мы возьмем. Да, конечно, тут цена на эти шарики.
Ну вот 58. Лимон. Тайки. Графы. Нет, это 128. Нет, это выше, чем 128. Нет, вот. Потом вот ты взял. Не рассказывай мне. Вот так. Ну, у нас в городе купим на шарике. 32 возьмем. 36. Да не, у нас давай. Вот 59. Нет, весь разъебали. А вот 54. Это какие-то. Да мы как пахнет лимоном. А вот 32, один. Ну, я же один уже показывал. Зачем нам один? Давай 20. Ну давай, взял, все, упало, давай ты брать. Шарики 54. Так. Идем дальше. Да, что порошок стиральный у нас, слава богу, есть. Да. Все, что, так, что мы дальше? Мы дальше идем. Мы дальше идем, идем. Идем покупать, да? Идем продукты. Спиртное. Мы спиртное выбираем в зиму. Компанское у нас есть. Дальше спиртное, Стас. Стас. Где, где, где? Идем дальше. Идем напиток глянем, почем что. Напиток? Все, ну все, всем пока. Мы пошли убирать пятно. Слава Украине. Ребенок попросил. Украина. Ну, Грузия, конечно. Вино ищем с гранатом. Гранат, гранат. Такие цены на вино. Но то, что нам надо, такого мы не находим. Будем искать. Я тут. Что-то не смотрела? Я не могла. Давай брать когда-нибудь. Ну, хотя бы за 200 не нет. Или тут кондиканы, наверное. Вот, такой фирмы брали вино. Азнаури? По-моему, да. Это коньяк Азнаури. И реклама где-то была. Может быть, блин, может быть. Там буква А стояла. Да, может быть. Очень вкусно. Тут только за бутылку, да, за да, дизайн, да. Цена. Чтобы вот эта дуга, жизненная вот эта фига, не ранее, была аж на верху. Ну красная. Ну красная, да, надо выбрать. Сладкая, красная. Продолжаем выбирать вино. Новый год, новогодние праздники. Никак не можем выбрать. Выбор большой, на любой кошелек. Мы в магазине Ашан. Город Запорожье. Вино для бабушек. Стас, вино для бабушек. Ну да. А это для детей вино, да? Baby pompa. Будешь как ребенок. Выпьешь, станешь ребенком. Вот такой вам краткий обзор на вина в магазине Ашан, город Запорожье. А то, что мы купим, снимем отдельное видео на обзоре. Все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментарии. До новых встреч. Пока-пока.